Добрый день, меня зовут Пучкова Ольга, я врач-рентгенолог. Более 15 лет я занимаюсь диагностикой заболеваний молочной железы. Я работаю руководителем иммунологического центра Ильинской больницы. И в этом видео я расскажу вам о том, для чего существует маммография, когда стоит начинать обследование, стоит ли вообще делать кому-то маммографию, какие есть факторы риска, в каких случаях без маммографии не обойтись, почему и когда необходимо приходить на прием к доктору, что такое скрининговое обследование, какие есть ограничения у метода, когда нам недостаточно маммографии, и мы добавляем какие-то дополнительные методы. Как я сказала, мы с вами обязательно поговорим о маммографии, о том, зачем мы делаем маммографию, о том, что нам дает этот метод, какие ограничения есть у этого метода и какие преимущества. И сегодня я приглашаю вас в кабинет, в котором, собственно говоря, врач исследуют маммограммы, которые уже сделал лаборант. В кабинете напротив, буквально через 4 минуты мы получаем изображение на свою станцию и уже можем сказать, есть ли у пациента какие-то проблемы, есть ли необходимость в дополнительном обследовании, либо все хорошо, и мы можем совершенно спокойно отпустить женщину домой до следующего ежегодного планового обследования. Сегодня мы поговорим с вами о том, в каком возрасте необходимо начинать делать исследования, поговорим о том, с какой частотой необходимо делать маммографию, и есть ли какие-то особенности у пациентов, у которых есть высокий риск развития рака молочной железы. Да, об этом, обо всем я расскажу вам сегодня в этой лекции. Соответственно, это два монитора. Это стандартные мониторы для маммографии, которые используются всегда, абсолютно везде, для того, чтобы читать маммограмму. Мониторы специфические, да, потому что мы должны видеть мельчайшие изменения. Соответственно, обычный монитор от компьютера в данном случае не подходит. Мы с вами видим изображение правой молочной железы. Я показываю стрелочкой. Мы видим с вами изображение левой молочной железы. Мы видим с вами мышцу большую грудную. Мы видим с вами кожу, видим соски и видим саму молочную железу. Молочная железа представлена в норме несколькими тканями. И в абсолютно разных соотношениях они находятся в каждой молочной железе. И каждый снимок абсолютно индивидуален, как отпечаток пальца. Соответственно, давайте посмотрим, как же рентгенолог видит различные ткани на маммографии, почему это так важно, и что будет написано в вашем протоколе в тот момент, когда врач выдаст вам описание. Итак, мы с вами смотрим на строение молочной железы и то, как доктор видит это строение на снимках. Все, что мы с вами видим серого, темно-серого цвета, это жировая ткань. Вот эти единичные облачка белой ткани – это железистая ткань. Здесь мы можем сказать о том, что у пациентки происходят возрастные изменения в молочной железе. Это абсолютная норма, когда начинает преобладать жировая ткань. Но так происходит не всегда. 60% женщин на нашей планете относятся к плотному фону, когда белого много, железистой ткани много. Об этом вы сможете послушать и посмотреть в отдельной лекции Ольги Эдмундовны Якобс о плотном фоне молочной железы и о том, насколько это важно знать свое строение и на что это влияет. Я же расскажу о том, собственно говоря, какие изменения мы можем видеть на маммограммах и почему именно маммография настолько важна. Начать я хочу с того, собственно говоря, с какого возраста необходимо начинать делать обследование. По поводу этого нет на сегодняшний день какого-то единого мнения в мире. Если мы обратимся к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, то там мы с вами прочитаем, что маммографию необходимо начинать выполнять с 50 лет, один раз в 2 года. Если же мы посмотрим на рекомендации, например, в Швеции, то мы увидим, что маммографию рекомендовано проходить, начиная с 40 лет, один раз в год. Если мы посмотрим на наши рекомендации, российские рекомендации современные, то там мы прочитаем, что маммографию необходимо выполнять с 39 лет, один раз в 2 года. Я скажу свое мнение об этом, скажу, почему я так думаю. Безусловно, я считаю, что маммографию нужно выполнять, начиная с 40 лет, потому что это возраст, после которого начинает повышаться риск развития рака молочной железы. Пик заболеваемости мы видим где-то к 63 годам, но после 40 лет начинает расти этот риск, соответственно, мы уже входим в зону риска развития рака молочной железы. Почему же раз в год? Потому что есть такая формула, да, это возраст пациента, это строение его молочной железы, это определенные факторы риска, и это биологические особенности самих опухолей, то есть рака молочной железы. У нас более 20 вариантов рака молочной железы, да, может возникать, собственно говоря, в этом органе, и это абсолютно разные с точки зрения скорости роста, с точки зрения своей агрессивности опухоли. И мы на сегодняшний день знаем, это посчитано на больших данных,
в шведской программе по ранней диагностике рака молочной железы, которая длится уже больше 40 лет, что год – это безопасный период, за который большую часть опухолей, 75% рака молочной железы, которую мы находим, мы можем выявлять на ранней стадии, что крайне важно не только для того, чтобы снизить травматичность лечения хирургического, да, то есть сохранить молочную железу, сохранить качество жизни женщины. Это необходимо для того, чтобы избежать какого-то тяжелого лечения, такого как химиотерапевтическое лечение. Поэтому год – это безопасный период, за который мы можем выявлять изменения, которые не угрожают качеству жизни женщины, не угрожают продолжительности жизни женщины. Таким образом, суммируя все это, безусловно, я рекомендую делать маммографию, начиная с 40 лет, один раз в год. А теперь, что касается того, какие изменения мы можем видеть на маммографии и в каких ситуациях врач, скорее всего, будет рекомендовать дополнительные исследования. Итак, давайте посмотрим, какие основные изменения мы можем видеть при маммографии, которые ни один из других методов, например, ультразвуковая диагностика, не смогут зарегистрировать. И почему это настолько важно? На снимке мы с вами видим кальцинаты в молочной железе. Кальцинаты – это продукт жизнедеятельности клетки. Кальцинаты могут быть абсолютно доброкачественными, характерными, например, для фиброаденомы, либо кальцинатами, которые откладываются в потовой железе на коже. Соответственно, с этими кальцинатами ничего делать не надо. Это самые часто встречающиеся кальцинаты. Есть кальцинаты, которые характерны для фиброзно-кистозных изменений в молочной железе, которые откладываются как осадок, собственно говоря, в стенке кисты. Это также кальцинаты, с которыми абсолютно ничего не надо делать. Это доброкачественные кальцинаты. Но есть ситуации, когда злокачественная опухоль, рак молочной железы может начать эти кальцинаты создавать, да, и опухоль может быть видна только за счет этих кальцинатов. Мы не увидим эту опухоль на ультразвуке, мы можем даже не увидеть эту опухоль на магниторезонансной томографии, и мы еще пока не определяем эту опухоль руками. Соответственно, это тот самый ранний период, когда нам необходимо эту опухоль найти, как я уже сказала, для того, чтобы сохранить и качество жизни, и продолжительность жизни, и чтобы лечение было максимально щадящим. Мы с вами видим такие микрокальцинаты. В данном случае эти кальцинаты не видны при ультразвуковом исследовании, поэтому биопсия выполняется под контролем рентгенологического исследования, маммографии. Об этом вы сможете узнать в нашей лекции о биопсии молочной железы и о тех разновидностях биопсии, которые сегодня доступны, собственно говоря, в маммологии. Что я здесь хочу сказать? Вот у этой пациентки мы видим много железистой ткани, много белого, но тем не менее для кальцинатов здесь нет никакой проблемы, они видны при любом фоне. Именно по этой причине мы всегда начинаем обследование в 40 лет с маммографии, исключаем, да, те изменения, которые позволяют исключить именно маммографии. И в данном случае переходим к дополнительному обследованию, которое уже рекомендует врач. Это может быть либо ультразвуковое исследование, либо магниторезонансная томография молочной железы. Достаточно часто возникает вопрос о болезненных ощущениях в момент выполнения маммографии. Здесь хочется сказать о том, что это зависит от нескольких факторов. Конечно, это зависит от оборудования. Современное оборудование позволяет не сжимать молочную железу сильно, что снижает уровень дискомфорта в момент обследования. Это, безусловно, зависит от лаборанта, который выполняет исследование. Маммография может быть абсолютно комфортной, абсолютно безболезненной. Плюс ко всему, всегда возникает вопрос о том, в какой день цикла необходимо выполнять обследование. Здесь хочется сказать о том, что в целом мы можем выполнять маммографию на любой день цикла, если нет предменструального дискомфорта в молочной железе. Предменструальный дискомфорт в молочной железе никаким образом не повлияет на качество нашего изображения, но повысит уровень дискомфорта в момент выполнения маммографии. Поэтому если дискомфорт есть, то, безусловно, лучше прийти в первую половину менструального цикла на 5-9 день от первого дня менструации. Если мы говорим о пациентах с высоким риском развития рака молочной железы, это женщины в основном с каким-то отягощенным наследственным анамнезом, это пациенты с выявленными мутациями, о которых мы с вами уже говорили, это мутации BRCA1 и BRCA2, маммография начинается с 35 лет в дополнение к магнитно-резонансной томографии молочной железы. Таким образом, маммография – это первичный метод диагностики. Это единственный метод диагностики, который на сегодняшний день доказал свою эффективность с точки зрения снижения смертности от рака молочной железы. Это происходит за счет того, что мы находим опухоль тогда, когда она еще не определяется руками,
она маленьких размеров, она еще не имеет возможности распространяться по организму, и мы имеем возможность сделать щадящее лечение, сохранить молочную железу, минимально удалить лимфатические узлы, что однозначно с точки зрения качества жизни является оптимальной тактикой. Поэтому, приходя регулярно на маммографию, начиная с 40 лет, мы, женщины, профилактируем необходимость тяжелого лечения и повышаем качество жизни, собственно говоря, после этого лечения. В следующих видеолекциях мы рассмотрим с вами такие дополнительные методы рентгенологического обследования, как томосинтез и контрастная маммография. Это отдельные методики, которые позволяют нам чаще всего снизить количество ненужных биопсий, да, и, собственно говоря, продолжать наблюдать женщину, понимая, что в ее молочной железе все хорошо.